Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru, и в этом видео я хочу рассказать про ручную пилу для мяса и костей австрийской фирмы Leonhard Müller. Это одна из старейших фирм Австрии, и вот производят они такие замечательные пилы для мяса и костей. Зачем эти пилы нужны, вообще в чем преимущество перед мясным топором? В России обычно рубят мясо и свежее, и замороженное топором. Если рубить мясо, то для этого нужна определенная заточка на топоре. Если вы собрались рубить кости, то заточка для мяса она уже не подходит. Здесь нужна специальная заточка, вот такая тупая заточка, чтобы лезвие, режущая кромка топора не крошилась. Ну и соответственно, да, когда вы рубите топором, крошатся кости, осколки там и так далее. Особенно если толстые трубчатые кости, то без осколков не обойтись. Вот. В этом случае спасает нас пила. Пила для мяса и костей. Преимущество в том, что этих пил, да, что вот вы купили один раз и меняете только полотно, да, и даже можно в особых случаях поменять ручку, да, хотя с другой стороны ручка, ну, не подлежит никакому износу. Сейчас я расскажу о пиле, которая у нас называется профессионал. Это здесь лучок из черной стали покрыт белой краской. Толщина лучка 6 миллиметров. Вместе с краской 6 миллиметров, ну, даже больше, то есть сама сталь 6 миллиметров. Сейчас я в руках держу пилу 40 сантиметров. У нас представлены пилы от 35 сантиметров, 35, 40, 45, 50 и большая пила, вот эта вот пила уже 60 сантиметров. Такие небольшие пилы 35-40 сантиметров можно использовать в домашних условиях. Пилить можно и замороженную рыбу даже, курицу, индейку, любую, мясо, кролика там и так далее. То есть, если у вас есть своя скотина, либо там ферма, какой-то загородный дом, вы хотите разделать мясо, да, и у вас нет топора мясного специального, либо вы не хотите, чтобы были осколки, да, от этого топора. Если вы собрались рубить еще и кости, то пила в данном случае очень хороший выход из ситуации для того, чтобы разделать вашу тушку. Разные, как я говорил уже, значит, размеры под ваши задачи, да, то есть большая пила там 60 сантиметров, это максимальная, да, то есть вы можете здесь разделывать, например, вот можете пилить ребра свиные, говяжьи, то есть вы их можете по всей длине, она у вас по длине возьмет вот эти вот части туш. Эти пилы, соответственно, можно мыть, они не боятся ни грязи, ни воды, ни крови. Ручка здесь пластиковая, ручка съемная, можно ее поменять, да, если вот возникнет такая необходимость. Плюс, соответственно, специальный зуб, само полотно выполнено из нержавеющей пищевой стали. Поменять полотно очень просто, и натянуть, да, полотно, чтобы оно было не провисало. Все это делается специально таким барашком. Конструкция очень простая. Если конструкция простая, она, соответственно, и надежная. Все вот натянули. Также все это меняется, все очень просто. Запасные полотна вы всегда можете купить в нашем магазине. Так что покупайте эти замечательные пилы в интернет-магазине kado.ru, покупайте лучше, а про остальное забудьте.